Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Stick War Legacy. Ну что ж, я улучшил шахтерчиков, сделаем им побольше мешочек. И у нас получились еще новые ребята, это вот мечники. Ну что ж, отправляемся. Так, мы готовы. А, все, здесь я пока ничего покупать не буду. Все, отправляемся в дикие... дерзкие земли, скорее всего, мы отправимся. Ну что ж, играть. А капитоны, могучие капитоны, тяжеловооруженная и хорошо обученная пехота с копьями, которые она может метать или использовать в ближнем бою. Уничтожьте статую капитона. Окей. Окей. Берем вот этих ребят. Можно еще парочку сделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага, денег-то нету. Все, пусть добывают. Чем больше я вот этих ребят создаю, я так понял, когда им места не хватает, они начинают идти до врага. Я так понял. Ага, еще одного создаем. Еще одного. Получается, сколько у нас? Ну, у нас на каждую кладку, я так понял, нужно по два строителя вот этого. Давай еще сейчас попробуем создаем вот этого мечника для защиты. Так, а что у нас происходит на этой стороне? Ага, тут тоже ребята работают. Тоже ребята строят. Значит, один копьеносец стоит, смотри, мужичок. Что у меня здесь? Лучников нужно создавать побольше. Давай еще одного работягу возьмем. Я надеюсь, ему здесь хватит места. А здесь у нас ничего нету. Да. Алмазик. А, типа я могу сразу и купить что-то, да? Все понятно. Буду знать. Кирочку, раз захочу купить, надо будет туда обратиться. Хорошо. А, давай еще побольше. Надо побольше стрелочников. А, видишь, один чувак у нас, одному чуваку не хватило места. И он пошел туда. Видишь как? Давай назад вернись. Ага, да, слишком много нельзя их создавать. Потому что есть что творится. Так, давайте, защитники, защищайте. Давайте лучников побольше. Смотри, что творится. Давай, нападай на них, нападайте. Во. Все, пошли. Они у нас теперь не в защиту, а в нападение у нас стоят. Сейчас сделаем побольше, ребят. Лучников. Да, давай побольше лучников. Все, побежали, 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 побежали. А что здесь у нас? А здесь у нас... Офигеть, они как стреляют. Что, с одного удара выносят их? Смотри. Офигеть, они выносят с одного удара. Сколько там у вас? Подожди. В смысле, они такие мощные, сильные? Так, давайте, стреляйте в них. Нифига себе. Как же мне вас... Как же мне вас победить-то, а? Слушай. Какие-то вы слишком очень сильные. Что же делать? Ладно, давайте назад. Назад, всем назад. Всем назад нафиг. У нас только... Столько энергии нет. Вот, смотри, видишь, нападают. А, все. Нифига себе. Все. Теперь дальше копаем. Добываем золото, ребята. Не спим. Здесь, я так понял, прям армию нужно очень могучую создавать. Лучников прям надо вообще очень много. Но они очень дорогие, эти лучники. Очень дорогие. 300. 300 монет стоят. Что у нас здесь происходит? Ага, они тоже... Вот, смотри, видишь, бегут уже. Двое встало. Надо мне еще этих мечников тогда побольше. И лучников тоже надо. Так, где, что у нас тут происходит? Ну, все нормально. Что, нападаем, идем? Идем в атаку. Ага. Все, давай, нападаем. А, видишь, убегают, убегают. Сейчас что-то мы открыли. Арену какую-то. Во, давайте, уничтожайте. Внимание, враг вызвал подкрепление. Ничего страшного.
Давайте, нам главное уничтожить статую. Вот, смотри, как мы их уничтожаем. Вот, смотри, сколько у меня лучников-то, а. Ух ты, ребята побежали. Это не очень хорошо. Так, давайте все назад. Назад отходим. Нафиг. Отходим назад. Нет, давайте, нападайте. Я думал, они убегут, а они просто стоят и все, они ничего не делают. Давай побольше этих мечников, да, с мечами. Это вообще нехорошо. Давай, убегайте. А эти будут, интересно, стрелять мои? Тут какие-то выходят странные ребята, вот. По идее, они выходят и стреляют. Они их убивают вообще за раз. Все нормально. Поехали работать дальше. Давайте лучников сделаем побольше. На максимум. Все хорошо. Ну, понятно. Все работают. Раз, два, три, четыре. Четыре лучника и четыре мечника осталось у меня. Офигеть, они поуничтожали. А тут, смотри, никого нет, я так понял, да? А нет, кто-то вышел. Кто-то вышел на работы. Да, сейчас, ну сейчас подождем. Сейчас немножко подкопим лучников и нападем. Сколько у меня лучников сейчас? Четыре. А, восемь лучников. Хорошо. Шахтеров у меня сколько? Нет, шахтеры все. Давай еще мечников возьмем побольше. А, пора нападать. Наши силы значительно превосходят противника. Это хорошо, если хорошо. Это хорошо, если превосходят очень несколько раз. Сейчас нападем. В атаку, ребята. Да, ребятушек, смотри, сколько много у меня. 12 лучников. 4 этих самых мечника. Все, нападаем. Вот, нормально, мы их рушим, разрушаем, смотри. Все, уничтожили. Уничтожили, ура, победа, виктори! Это было чистое безумие, а гордые капьетоны не устояли перед мощью вашей растущей империи. 7 минут я их мочил, представляешь? Продолжить. И что-то, что мы открыли. Вы разблокировали Спиартон. Спиартон, это, получается, копьеносцы. Копьеносцев. Так, у них есть блок, атака, движение, метательное копье. Хорошо. Продолжите. И у нас есть 2 очка силы. Естественно, я их использую. Так, корона статуи плюс 2 золота в секунду за уровень. Что значит за уровень? Это каждую секунду у меня будет еще плюс 2 золота, правильно? Да, улучшить. Ага. Улучшить еще раз. Ох, нифига, смотри, какая корона у меня появилась. А дальше можно увеличить размер статуи и замковый лучнострел. 25% к урону замковых лучников за уровень. Хорошо. Здесь ничего не будем покупать. Отправляемся дальше. Контратака яромечников. Пытаясь отвоевать свои земли, оставшиеся яромечники нападают на вас всеми своими силами. Выживите в контракте яромечников. Что за еще за яромечники? Подождите. Что за контракт? Ох, нифига, толпа какая. Это вот эти вот яромечники? Они что, против... Куда они побежали? Подожди, в смысле? Так, а ну давай лучников. А, копьеносцев. Нифига, они 500 стоят. Они недешево стоят. Так, эти ребята там стоят, ждут. А мы будем здесь что-то добывать. Так, это приносит нам что-то денег? Плюс 60. Что-то значит плюс 60 монеток приносит? Каждые 2 секунды должны приносить. А 2 секунды уже прошло. Вот, еще 60. Так, было 420. Почему? 60 это будет... 480 должно быть. Так, давай, прибавляйся. А, все нормально, да, 406, нормально. Не сильно много, ну пойдет. Так, давай этих копателей побольше. У меня копателей, в принципе, еще нужно 4 копателя. Угу. Так, где деньги?
И мне нужно еще 4 копать. Вот идут. А, нет, это не просто. Это просто так. Эти что там у нас стоят просто, да, нормально? Хорошо, что они просто стоят и смотрят, что они не нападают на меня. Мы сейчас пока шахтерчиков сделаем. Сколько у меня там шахтеров? Нормально все? Раз, два, три, четыре, пять. Еще двое. Двоих надо. Угу. Все, шахтерчики добывают. Хорошо. Давай еще лучников. И надо будет еще мечников. А давай попробуем копьеносцев. Посмотрим, какие они будут в бою. Ну, они стоят дорого, 500. Сейчас будет еще 3. О, в смысле вы уже стреляете? Они уже напали? Ах вы гады. А почему они так быстро напали? Так, а ну-ка. Этих они будут моих... Они шахтеров моих трогают или нет? Мне интересно. Да, нет. Фиг знает, короче. Так, давай еще этих мечников быстрее. А, все, победили. Нормально. Победа. Вы уничтожили полчища аэромечников. Продвигайтесь дальше и атакуйте убимагов. Что за еще за убимаги, интересно? Убимаги. Вот, 2 очка добавилось. Так, я хочу корону улучшить. Вот, все. Корона максимально, да? Больше мы не можем, да, улучшить корону? Нет, корона больше не улучшается. Хорошо. Размер статуи можно увеличить. Или вот еще можно 25% к урону замковых лучников. Давай лучников улучшим. Во, какие у меня лучники интересные стали. Все хорошо. Так, что здесь у нас тут? Ничего интересного нету, да. Пока ничего покупать не буду. Какой-то будет трудный уровень, я куплю что-нибудь в магазине. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, вы уже поставили лайки, написали комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч!